Это батат. Жарим батат. Новое блюдо. Никогда не пробовал. Смотрите, похож на морковку немного, да? Но цвет немножко другой. И заодно жарим грибочки, которые мы собрали с папаном в прошлом фильме. Посмотрите справа в уголочке. Ссылочка на фильм. Грядовочки и опята. И жареный батат. Кто вкуснее, грибы или батат? Хо-хо, друзья, смотрите, какой батат-то яркий стал. Обалдеть. Грибочки уже тоже поджариваются. Вот это красота вообще. Друзья, жарю батат минут 10-12, и он уже готов. Быстро вообще сготовился. Ха, смотрите, какой поджаристый. Ну и грибочки, как всегда, с луком и молочком. Ну что ж, друзья, вот и готов наш батат и грибочки. Еще селедочка, короче, в масле. Ха-ха. И сам едок. Ну что ж, попробуем. Интересно, никогда не ел батат. Как картошка. Вкусный батат-то. По вкусу как картошка с тыквой. Но вкусно, есть вкус. Ну-ка. И грибочки. Ой, горячо. Обалдеть. Батат с грибами. Я как будто африканец вообще. А еще селедочку. В общем, супер, друзья. Попробуйте купить батат. Попробуйте на вкус. Интересное блюдо вообще. Жарится вам 10-12 минут. Ну, а мы с вами отправляемся в лес. Пойдемте посмотрим. Может, еще грибы есть, пока снег не выпал. Только никому не говорите. Ну что ж, я в лесу, друзья. Только зашел, представляете? И смотрите, сколько грибов меня встречает. Там. Опа! Но это уже немножко старенькое. А это? Молодая. Смотрите. И еще. Так, это будет старенькая, да? А вот, хопа, молодая. Молодая. Ёлка, вот это, смотрите, сколько. Сколько грибов. Вот так начало. Обалдеть, смотрите, вот еще. Еще. Счастье есть, друзья. 12 декабря. Опять грибы. Они не кончаются просто. Можно объезжать все ельники, которые знаешь. По карте посмотреть можно. Везде бежать, и везде грибы стоят замороженные. И конкурентов нет вообще. Чудеса. Пойдемте дальше. О, смотрите, друзья. С этой полянки я наломал. Смотрите, уже жарех. Я только зашел вообще. 10 минут не прошло. И смотрите, какие классные. Замороженные. Как будто из морозилки достал. Большие, поменьше. Итак, что же нас ждет дальше в этом ельнике? А он такой приличный. Классно, друзья. Попробуйте как-нибудь сходить в лес за грибами в декабре. Это фантастика, друзья. Вот видите, с краешку иду ельника. Я только приехал, даже вон дорога рядом. Метров 150 отошел. И вот уже вторая поляна. Грибов в лесу вообще просто. Смотрите, какие молоденькие вообще. Свежемороженые. Три. Смотрите, вообще маленькие, молодые. И грибы только идут, только ползут. Смотрите, вообще букет. Как его сорвать, даже не знаю. Во. Во.
Жених хороший, смотрите. Синенькие, фиолетовые. Класс. Ледяные рядовочки. А здесь что? Еще два кабанчика. Так, ну, вот эти уже, кстати. А, вот это нормально. Это нормально. А это уже, видите, коричневеет уже не очень. Вот еще. Так, это какая-то уже, да, уже все. Обалдеть вообще. Я просто в шоке. Мы вчера с Папаном столько прошли. Много. 10 километров где-то круг был. И в ельники заходили. Ну, нашли всего несколько мест. А сегодня я поехал уже в другое место. А это у нас, кстати, Южное Подмосковье. И тут грибов-то больше, чем вчера, где мы были. А мы вчера были в Калужской области. А вот еще грибочек. Фантастика. Все, жареха обеспечена. С бататом. Грибы с бататом вчера ел. То есть сегодня получается как бы. Обалденный вкус у батата. Типа тыква с картошкой. Ну классно вообще. Попробуйте, если не пробовали. Прям как картошку. Нарезайте, жарите. Я еще с селедочкой, с грибами свежими. Ах, объедение вообще. И около мы, друзья, 3 минуты прошло, как я собрал ту полянку. Я все еще с краю, видите? Вон там дорога. И уже 3-е место. Я даже, наверное, этот ельничек не успею обойти. Грибов просто вообще море. Смотрите, какие. О, хорошие. А это? Вот это размер. С 3 грибов жареха. Ну вот это нужно будет. Да, это уже потемнело. А вот молодые. О, хорошие молодые. Так. Еще хорошие. Смотрите, как они там. Ледышки. Оп, хорошие. А это вообще, ну, это надо сфоткать, да, друзья? Так, пока вот эти соберем. О, молодежь. Отличная. На жареху. Еще. Фантастика вообще. А здесь что творится? Вот это да. Так, ну это уже, кстати, уже коричневые они. Эти уже не пойдут. Это тоже не пойдет. А эти-то пойдут. Смотрите, сколько. А, еще. Еще. Это я могу угостить уже. Еще и соседей. О, фантастика. Есть еще-то? Вот это место. Класс. Вот это ельничек. Я вообще... Столько рядовок. У меня вот только один раз в этом году так было, когда я попал на супер поляну. Там 111 штук грибов было. Это была вообще супер находка. Кстати, если не видели тот фильм, друзья, посмотрите вот справа в уголочке. Ссылочка будет. На тот фильм, где я прям на одной поляне 111 штук нашел. То было вообще космос. Обалдеть, друзья, все. Грибы не кончаются. Я думаю, если снег не выпадет, точно будут до Нового года бегать. Представляете, 31 декабря за грибами поеду. Никогда такого в жизни не было. Но посмотрим, что будет, что нас ждет в будущем. Светлое будущее, оно, скорее всего. Но это, конечно, вообще красиво. И шишечки такие красивые, и грибочки. Давайте посмотрим, какие они снизу. Видите, как стекляшки. Отличный грибок вообще. Смотрите. Как будто из морозилки достал. То есть, получается, они выросли свежие, а потом мороз как долбанул. И вот они замороженные стоят. То есть, резкой заморозки получается. О, отлично. И вот уже 4-е полянище, друзья. Они растут по кругу, смотрите. Смотрите, сколько их маленьких. Эти вот вообще малышки-то. Вот побольше. Хоп. Рядышком. Хорошенько. Вот маленьких целая куча. Побольше.
говорить, сколько их. Это фантастика. И вот они идут кругом. Один круг из рядовок. Смотрите. Опа. Поменьше. Здесь. О. Вот это уже не пойдет. А эти не пойдет, а это неплохая. Смотрите, маленькие, сколько. Просто. Просто фантастика вообще. Вот это лес рядовочный, я его запомню обязательно на следующий год, чтобы сюда приехать и опять собирать грибы. Вот, смотрите. Ну эти даже, наверное, брать не буду, они совсем маленькие. Вон они. Вот еще. Вот этот побольше, это возьму. Все, друзья, я сегодня с грибами. И вам чего желаю, друзья. Сходите в лес. Хоть и мороз, можно одеться потеплее и прогуляться, и набрать свежемороженных грибов. Красота. Ну что, продолжим? Хотя я уже на жареху набрал. Я еще гляну немножко, да, наверное, поеду. Куда столько их? Не мешками же собирать. А я думаю, что здесь их много. Классный лес. Ищите свои места, друзья. Исследуйте леса. Новые, где не были никогда. Приезжайте. Всегда, всегда очень интригующе, классно. Даже не знаете, что можно найти. Ох. Все, друзья. Походу, дело я набегался. Вон тот край. Прошел я рядов 8, наверное, меньше. Вот здесь уже конец ельника. А туда еще метров 100, наверное. Побольше даже. И, короче, ну все. Я грибов собрал. Смотрите. Вот такой вот получился грибной итог. Вот она, моя жареха. А это вот еще стоят, смотрите, какие. Это я еще не рвал. Такие красавицы. Ну все, друзья, я поеду домой жарить грибы. А вам желаю здоровья, счастья. Большое вам спасибо за ваши комментарии, за ваши теплые слова. Передаю всем большущий привет во все страны мира. Потому что вы писали мне уже отовсюду, только со всех континентов. Всем большущий привет. Ходите почаще в лес, наслаждайтесь природой. Это очень классно. Отвлекает от всякой городской суеты, от проблем. И жить становится веселее и приятнее. Все, до новых встреч. С вами был Грибоискатель. Пока.